Всем привет, я Никита, реверсер из команды Пивзавод. Сегодня мы разберем задачку культ кваса э, на реверс андроид приложение. Эм, это задание было поделено в нашей лиге на две части. Первая часть была связана с расшифровкой зашифрованной переписки. Эм, некоторую часть кода этого приложения э, я уже успел посмотреть, решая первую часть. Поэтому увидев... Условия второй части мне было плюс-минус ясно, что в нем нужно делать по описанию. То есть тут пишут взломать некоторого некоего коронованного квасолюба и вернуть рецепт. Что это за квасолюпа, что за рецепт, мы можем узнать, посмотрев код приложения. Но для начала, первым делом, когда я это решал, я удостоверился, что файлы приложенные к этому таску те же самые что и в первой части они оказались теми же самыми э, по чексумам. суммам эм, соответственно можно начать его решать единственная небольшая оговорка э, некоторые вещи я уже тут заранее подготовил помимо самих файлов таска чтобы лишнее время не занимать видео Итак, если мы хотим что-то пореверсить, то для начала нужно понять, а что мы вообще хотим реверсить, какие у приложения есть датафлоу и на какие данные в приложении мы можем повлиять, в принципе, какие у нас есть entry point. Чтобы это понять, лично я использую эмулятор андроида встроенный в Android Studio, как минимум, потому что у меня под рукой никакого рутованного Android телефона нет, так что посмотрим в эмуляторе в динамике, как работает приложение, установим его, принеся просто в область эмулятора. Здесь у нас у нас встречает некоторая форма для логина и предлагают, если у нас нет аккаунта, его зарегистрировать зарегистрируем некоторый аккаунт. Вот такой вот, например, с незамысловатым паролем. Он нас почему-то не пустил, возможно, потому что такой аккаунт уже кем-то был создан, да. И что нас здесь встречает? Нас встречают три вкладки. Первая вкладка с чатами, и кнопка плюсика, где, введя некоторый юзер ID, видимо, можно начать с ним чат. Во второй вкладке нас встречают некоторые кликер игра, которые спойлер ни на что не влияет абсолютно. В третьей вкладке нас встречает вкладка настроек. В ней бросается в глаза самая первая строчка. Это сбегая вперед как раз-таки строка user ID, под этой строкой есть форма с email и about, кнопка update. Вся эта форма в целом на решение task не влияет, ее можно пропустить. Есть кнопка update-recipe, которая позволяет обновить некоторый рецепт. К этому мы вернемся чуть позже. Есть кнопка экспорт дата которая связана с первой частью таска. И позволяет экспортировать зашифрованную базу данных. Это можно просто пропустить. И э, есть кнопка Clear Cache, которая очищает некоторый кэш. К этому я ближе к концу вернусь. Там есть э, небольшой момент с этим связанный. Э, ну и просто кнопка Logout. Итак, из э, вот этого быстрого прокликивания по приложению мы поняли что во-первых можем создавать какие-то чаты пока непонятно как они выглядят с пользователями и ну видимо с этой чатой мы можем писать то есть это первая точка куда мы можем на котором можем повлиять вторая точка что здесь можно обновлять некоторый рецепт который видимо куда-то сохраняется вот из, из, пока понятно, что, видимо, вот этот рецепт это как раз то, что нам надо украсть. Но непонятно у кого. В описании таска написано, что там есть некоторый коронованный квасолю Но непонятно, кто это. Узнать, кто это, мы можем, поизучав код приложения, поизучать мы его можем при помощи java De компилятора например, GDX. Вот мы его декомпилируем. Если я себе в закладках уже написал сразу список всех нужных классов, которые могут потребоваться, я их сразу же, наверное, открою. Чтобы потом на это время не тратить MainActivity settings fragment. Um, на код этих классов. Ну, код этих классов э, как раз таки за эксплойтом, который я буду в конце писать. И как раз таки в процессе реверсинга логики все упрется в исследование этих классов. Ну можно начать для, для начала, когда у меня уже был некоторый бэкграунд после решение первой части. Решая первую часть таска, я исследовал некоторую часть кода утилити и сразу было понятно, что в этом таске она будет не будет никак задействована. Это где-то вот примерно половина класса, с, где функции реализующие создание, чтение статик файла, database — это все нам сейчас не нужно. Еще вот как раз решая первую часть, я видел, что здесь есть э, некие функции unzip и download and unzip файл, которые реализуют э, кастомное разархивирование zip архивов. В функции unzip происходит инумерация э, файлов внутри архива. Проверка является они директориями или не являются, если являются директориями, они создаются как директории, если не являются директориями, создаются как файл. Вот, посмотря на это все, уже появляется некоторое подозрение, что если такая функция будет вызвана на zip архиве, содержащем относительные пути, то эти относительные пути никак не будут здесь отдельно провалидированы, потому что как минимум по коду, который мы видим, в его части, никакой валидации относительных частей путей не происходит. И, соответственно, когда я на такие функции натыкался, я подумал, о, возможно, это будет где-то использовано. Но к этому чуть позже. Кроме этого, что это странные кастомные функции Анзипа, появлялся еще вопрос, а что тут, собственно, анзипается, для чего они нужны. К этому вопросу чуть позже вернемся. Вот, это так я просто изложил некоторые мысли, которые у меня после взгляда на первую часть появлялись. Что еще я находил еще, когда смотрел первую часть в чат Activity? Есть вот такая вот строчка, где сравнивается, равен ли юзер ID отображаемого в чате юзера, Некоторой константе, если равен, то э, некоторая картинка либо показывается, либо нет. Эм, кроме этого, э, ниже есть хендлер, который э, обрабатывает э, вводимые сообщения. Если в них вводится вот некоторый заранее заданный набор смайликов, то вместо него подставляется json и в нем уже сразу видно что есть некоторая ссылка на удаленно хранимый zip-архив что наталкивает на мысль что как раз для работы с этими архивами и существуют методы unzip из класса utility но к этому мы чуть попозже вернемся первая наша задача все таки надо понять а что мы вообще решаем вот у нас есть некоторый юзер ID, раз он захардкоженный, очевидно он какой-то важный или специальный попробуем с ним чат создать вводим user ID и вот у нас появляется чат с некоторым квасолюбом рядом с которым отображается как раз вот эта картинка корона и собственно это и есть тот коронованный квасолюб, которого было сказано в задаче. Соответственно, наша задача — украсть рецепт у квасолюба. Для начала можем попробовать разобраться, что же это все-таки за рецепт. У нас, если мы из чата выйдем, вернемся в сеттинг, здесь была кнопочка Update Recipe. update re у нас происходит в хендлере в settings fragment. Update вот он. Вот это вот в итоге функция вызывается при update Она отправит некоторый файл клиент secret записывая туда, ну, просто нашу строчку, которую мы ввели. Вот. Можем уже на этом этапе сами смотреть, что создается приложением. Для этого можно использовать Android Debug Bridge. Не знаю по умолчанию, настроен ли Android Debug Bridge в эмуляторе или нет. У меня он уже настроен. Если вдруг по умолчанию не настроен, можно в интернетах прочитать, как это делается, это делается несложно. Посмотрим, что при помощи команды db device, что у нас доступен девайс симулятора, чтобы на него зайти получить на него shell, вызовем просто db shell, так как девайс один, он сразу даст shell в него. Вызовем su, чтобы поднять свои локальные права. Можем поинспектировать файлы приложения. Они будут храниться в, в директории дата В таком розетке на крошка. Что мы тут имеем? Мы тут имеем несколько директорий. В том числе директория Files, которая нас как раз интересует, если посмотреть, где что лежит. И в ней... Um, уже лежит несколько файлов. Вот, во-первых, клиент secret.txt, э, который нам надо украсть каким-то образом. И некоторый логин URL. Который пока непонятно зачем нужен. Но вскоре мы поймем зачем. И там действительно вот, выводится некоторый URL. Эм. Теперь, окей, мы поняли, что это за секрет, где он хранится. Эм. Надо, ну теперь можно посмотреть, где он вообще используется по коду. Например, просто поиском его везде забив. Видим, что кроме updateRecipe он еще используется в функции sendLogToServer. Достаточно интересная функция. Которая, во-первых, считывает клиент секрет, И если он существует, просто считывает суще... существующий файл. И если не существует, записывает туда вот такую замечательную строку, которая недвусмысленно намекает нам на то, где нам потом искать флаг. Что мы идем, вер... наверное, путистым. В общем. Эм... То есть, если файл существует, он считывается как есть, если его не было то файл создается, в него записывается эта строка, которая дальше используется как данные некоторого постзапроса по адресу str3. Вот этот вот адрес str3, он получается как раз из данных внутри файла login.curl. Который также, если существует, считывается как есть. Если не существует, в него записывается вот такое значение, которое мы тут как раз видели в консольке. Окей, okay, то есть из вот этого кода понятно, что sendLogToServer to отправляет <coughs> данные секрета на некоторый URL. И на самом деле при просмотре еще первой части таска, эту часть кода я тоже видел. И она и тогда, и с... Ну, решая первую часть сообщения, было понятно, зачем она нужна. А когда появилась вторая часть, тоже она выглядела немножко странно, что зачем клиент-секрет где-то логировать. Вот. Но потом в итоге становится понятно, зачем это нужно. По факту получается, что у нас в файле login.url лежит некоторый URL, куда по запросам отправляется флаг. И если мы хотим этот флаг увидеть, нам нужно каким-то образом понять, как бы нам перезаписать в login.url вот, этот вот, вот эту строку. То есть нам нужно найти некоторый арбитрарий с чем нам как раз и мог бы помочь анзип и проблемы в анзипе. Потому что если предположение о относительных путях верно, этот анзип позволит нам перезаписать... Как раз файл логин. Чтобы во-первых, подтвердить эту догадку, во-вторых, даже просто потестить, действительно ли unzip работает уязвимо, надо понять как можно в Anzip вообще подсунуть какой-то свой zip. Для этого уже надо смотреть откуда используются эти функции. Поискав, можно понять, что они используются внутри класса стикер. Вот он, utility, download, and unzip файл. Где э, первым аргументом он вот, как раз стикер по передается. Вторым аргументом передается путь, куда его сохранять. Эм. Ну и третьим кашдир. По пути, куда это все сохраняется, можно здесь же в этой функции посмотреть, что создается директория StickerPacks, а внутри этой директории создается директория с некоторым StickerPack-UID. И вот как раз в эту директорию потом скачается и разархивируется архив со стикерами, взятый из StickerPack-URL, выкоченный. Это все хорошо, но откуда у нас э, взялись вот эти вот э, поля? Стикер ID, стикер PAK стикер PAK Чтобы это понять, нужно посмотреть, где вызывается конструктор стикер. Конструктор стикер недолго поискав поиском. По проекту можно найти что вызывается внутри чат адаптера в чат адаптере э, стикер э, принимает эти аргументы из э, некоторого json объекта этот json объект э, в свою очередь конструируется из текста сообщения причем он конструируется напрямую, то есть э, текст сообщения получается через метод getText, никак не обрабатывается. Эм, он э, Этот текст сообщения просто парсится как JSON. И потом его поля напрямую э, подставляются в... Конструктор-стикер. То есть, отлично, мы поняли, как мы можем влиять на вот эти поля, особенно на URL, откуда выкачивается зипник. Только пока это не совсем до конца понятно, как работает. Но чтобы понять до конца, как это работает, можно заглянуть опять в тот же чат Activity, где, ну, посмотреть более внимательно, как обрабатываются сообщения, введенные пользователем. Они как раз здесь обрабатываются. Здесь происходит проверка на наличие вот некоторых символов, которые считываются как смайлики. И если эти символы вот как раз присутствуют, Сообщение полностью заменяется на некоторый JSON. Затем, если ну, конструируется объект message и если все хорошо, в итоге вот этот месседж попадает в локальную базу месседжей, откуда он потом при отображении переписки чат-адаптером считывается и обрабатывается и выводится. Отлично. Как это работает на практике, можно потестировать. Например, если мы здесь введем вот такой вот смайлик, он реально превращается в смайлик. Чтобы его превратить здесь в смайлик, нужно было выкачать соответствующий zip-файл. Соответственно, он должен был появиться здесь вот как раз в... Появилась в директории sticker-packs, default, вот он выкачался. Замечательно. Теперь сделаем вот такое предположение. Раз наши здесь смайлы в сообщении просто заменяются на JSON напрямую, что будет, если мы возьмем и поставим туда вот это вот в виде JSON? То можно потестить, взяв пример JSON -а вот прямо отсюда же из кода, который я тут заранее как раз вынес специально. Попробуем вместо смайлика ставить JSON Отправляем. И видим, что JSON реально обработался. И вывелся вот такой-то смайлик. А теперь попробуем, я не знаю, <laughs> посмотреть, что что это не случайность ввести туда другой с другим стикером ID, тот же самый JSON, и мы увидим другой стикер. Соответственно, вот как мы можем влиять на на JSON, отправляемые в качестве стикеров, и, соответственно, влиять на Указанную внутри этого Джессона ссылку. Вот. Так отлично. Теперь стало плюс-минус понятно, как мы можем заставить клиента на другой стороне выкачивать архивы. И как, соответственно, ну можно захекать в другую сторону. Начали уже появляться чертания эксплойта. То есть, во-первых, мы знаем, что отправив JSON на другую сторону, он там сохранится в базе. И при отображении там потом будет выполняться скачивание зипника. Вот. Во-вторых, что, ну, да, зипник будет скачиваться. Как-то так я завернул. В общем, что нам осталось понять? Нам осталось протестировать вообще, действительно ли там можно внутри зипника прокинуть относительные пути. Это можно было бы сделать локально, создав пару аккаунтов в этом приложении, попереписавшись между ними и посмотрев по иерархии путей, что там действительно какой-нибудь файл перезапишется. сейчас для скорости некоторые повествования так делать не буду. Я попробую сразу на финальном эксплойте e, это все посмотреть, поэксплуатировать. Mm. Для этого нам нужно создать свой zip. Например, это все можно сделать при помощи штатных умений 7-zip. Я здесь заранее подготовил файлик login curl. Mm. Еще что я не сказал, что нужно, чтобы это заэксплойтить. Во-первых, там нужно поднять свой сервер с публичным IP, который, во-первых, сможет выступать как файл сервер, во-вторых, который будет логировать постзапросы, потому что в постзапросе нам придет флаг. И вот как раз такой сервер я еще заранее создал. И логин curl я туда как раз с этим сервером уже вписал. С ним я сейчас создаду zip файл. Это во-первых. Во-вторых, мы здесь предполагаем, что чтобы это все заэксплойтилось на другой стороне, должна работать некоторая автоматика, которая будет триггерить э, вот этот весь код. Но так как других особо э, векторов для атаки э, видно не было при анализе кода, э, Тут у нас метод работает. С сначала пробуем, если не получается, значит туго смотрим. Но в итоге вот оно как раз и сработает. Сдаем эксплойт zip. Прямо в том же 7 zip можно переименовать файл, чтобы он содержал в себе относительные пути. И эти относительные пути должны вести на два уровня вверх. Почему на два? Потому что у нас стикер распаковывается в StickerPack с дефолт, А перезаписать нам надо логин-курл, который вот как раз на два уровня больше находится выше. Вернее. М -м окей. У нас подготовлен exploit zip, чтобы этим exploit zip воспользоваться, его надо скачать, вернее загрузить на удаленный сервер, например, в папку home через SCP. Exploit первый файл, который потребуется. Второй файл это как раз сервер, который я буду запускать, server.pu, который м -м, можно либо найти, было бы подходящий где-то на GitHub, либо просить чат GPT написать. Ну, в моем случае он был чатом GPT написан, то есть он просто запускает ä, HTTP сервер и добавляет дополнительный пост-хендлер, который будет просто пост-запрос на экран выводить. Вот. Его мы тоже как раз туда загрузим. Зайдем туда по SSH. Тут у нас все имеется. Вот, запускаем сервер. Можем проверить, что он тут присутствует. М -м -м. Вот он уже открыт. Вот тут как раз srvp exploit.zip доступный, отлично. Отсюда его можно будет как раз вытащить. Uh, плюс uh, видно, что вот get запрос пришел, но пост запрос более подробно будет залогирован. Здесь так вот коротенько get был залогирован. Uh, итак, теперь как же нам это все проэксплуатировать? проэксплуатировать это все можно при помощи скрафченного JSON и вот тут вот как раз есть одна деталь связанная с кшом где я там ближе к началу говорил, что тут есть кнопочка clear cache и как раз вот эта кнопочка clear cache она очищает закашированные скачанные э, смайлы и если эти смайлы не очищать код отрабатывает э, в итоге таким образом по-моему где-то вот тут в DoneLot угу. Или это было не в download. Ну, в общем. А вот. Эм, если кэш не был очищен, то при. еще перед загрузкой зипника будет проверено, что существует директория с таким вот стикер пак И если она существует, то стикеры скачиваться в следующий раз э, уже не будут. Поэтому в эксплойте. Нужно обязательно ставить уникальный ID. Например, если мы отправим сейчас вот такую вот строчку, то там вообще ни ничего особо не должно было бы произойти, ничего особо не должно было бы перезаписываться. Um. Uh -huh -huh. Ам. у него немножко странное сообщение. Нормально ли он вообще выкачал его? Сплой.зип. zip. Uh -huh -huh. Так, ну для верности проверю. Он там какой-то 400 ошибку вернул. Да, все хорошо. Ну, пробуем еще раз. Или все нормально, наверное. Может, все нормально. А, вот, да. М -м, видно, что exploit zip был запрошен с сервера. То есть э, наш URL из JSON обработался. Но дальше после этого происходит полное молчание. Полное молчание. Э, э, вызвано тем что ну у нас по факту как бы ничего особо и не произошло драгент хм. единственное конечно как он тогда а get это get мой get запрос а все да да вот М -м -м. это мой get запрос был на сервере все в общем правильно. Он просто вообще не скачивался, если мы указали вид дефолтный. Но если мы укажем какой-то не дефолтный вид, а очень супер уникальный вид, Так. <laughs> Крошка чат завис. Ладно. Если мы указываем супер уникальный вид, почему-то пока ничего особо не происходит. Хотя должно. Возможно, что-то немного пошло не так. Итак, возвращаюсь после небольшой паузы и закулисного перебирания нужных эксплойтов в итоге я ввел вот такой эксплойт, поперебирав некоторые уиды. Но, в общем-то, уиды ни на что не влияли. То есть я его... Просто чтобы показать, как это выглядело, вставлял буквально в чат вот таким вот видом. Сюда добавим пятерочку, чтобы это точно был уникальный вид отправил и в какой то момент сервер удаленный э, запрашивает э, у меня exploit zip и начинает потом отправлять флаг на url который мною был перезаписан в логин url почему он до этого это не делал я не очень понял он это не делал, видимо, потому что таск по какой-то причине упал, но не очень понятно по какой. Поскольку мой локальный клиент, запрашивая эксплойт zip, он его реально вот запрашивал с сервера, но запроса с удаленного сервера не приходило. Я просто попробовал этот эксплойт запустить через некоторое время. И, видимо, таск переподнялся, и запрос вот пришел как раз с заветного удаленного адреса и после этого запроса файл логин qrl очевидно перезаписался потому что на сервере был залогирован флаг в составе постзапроса если мы его введем сюда будет показано что флаг верный соответственно вот как и в общем решалось данное задание вот, всем спасибо за внимание.